Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов и не только. Итак, поехали. Покупочка Wildberries – это набор резинок. Еще, по-моему, заколки здесь есть. Ну, в общем, у этого продавца разных наборов полно. Вот этот самый дорогой, мне кажется, разноцветные резинки. Он мне понравился больше всего, потому что заколками у меня дети не пользуются, они ни к чему. А вот резинки всегда куда-то деваются, и захотелось купить целый набор. Вот этот у меня 303 рубля обошелся, а так там и за 200 есть, по-моему, даже за 190 с чем-то, смотря какое наполнение. Коробочка такая презентабельная, на подарочек можно. Сейчас посмотрим. Думаю, тут все красиво будет разложено, как в карточке товара. Нет, тут все в пакете. И что же здесь у нас есть? Здесь у нас много всего, сейчас достанем. Потом все тоже в каждом своем пакетике. Так, вот первый набор. Это вот такие большие, да, типа велюровые резинки. Я такими тоже пользуюсь, там на ночь волосы завязываю и так далее. Разных цветов. Следующие вот такие вот резиночки наборов. Здесь очень много тоже разных цветов. Там есть таких более приглушенных тонах, допустим, в школу коричневый, черный, серый. Прям набор есть в таких тонах. Так, следующий набор, вот это вот, кстати, подойдет для школы. А что это вообще? Это вообще резинки? Но резинки здесь тоже точно есть такие вот. И что-то тут такое еще длинное. Сейчас открою, посмотрю. Так, потом вот такие резинки, я так понимаю, это силикон, да? Это крис мы такими завязываем. Вот такие. Вот такие маленькие тоже для крестюша как раз наборчик. Очень хорошо, замечательно. И вот это мне интересно. В общем, много всего за 300 рублей, прям очень много всего. Да, слушайте, достала, это резиночки так лежат. Вот такие они симпатичные. То есть вот одна резинка, тут три как бы между собой соединены на хвостике, вот так с бусиками. Класс, мне понравилось, я рада. Бюджетненько и надолго, надеюсь, хватит. Покупочка Дайкман. И здесь у меня очень крутой, очень классный массажер для глаз. Давайте открывать. Вот так выглядит коробочка. Моделька FR07 Wellness. Вот такой он беленький, красивый, лаконичный. И основная информация у нас здесь 16 вибрационных головок. Сейчас расскажу, зачем, для чего взяла. Смотровые окошки, то есть мы не сидим как бы в полной темноте, нам нужно, если подглядеть, мы можем подглядеть. 4 массажных режима, Bluetooth. Управление одной кнопкой, ультралегкий дизайн. Так, здесь у нас основные характеристики. Вот они у нас. И давайте скорее смотреть. Что у нас в коробочке? 2 года гарантии. На самом деле это очень круто. 2 года гарантии целых, представляете? Вот он, гарантийный талончик. Вот она, инструкция подробная у нас с вами. Что, как, зачем, почему. Мешочек для хранения велюровый, красивый. Вот такой. И вот они сами у нас с вами очки. Так, зарядочка. Достаем вот какой поролончик мягкий. У меня эту коробочку прям сегодня дети отожмут по-любому. Прям вот полет фантазии будет. Так, Type-C у нас тут с вами. Да, зарядочка вот такая вот Type-C провод. Чего это, зачем? Это не только для молодости нашей кожи, наших глаз, но и для их здоровья. Вот они мягенькие, вот эти вот подушечки такие силиконовые, очень приятно и тактильно. Смотрите, вот такие вот. Это точечный массаж у нас с вами, имитация массажа пальчиками. Вот так выглядят эти очки, очень красивые, такие матовые. И резиночка, которая регулируется у нас с вами по обхвату головы. Вот эти 16 массажных головок. Они вращаются на 360 градусов, снимают отечность в области глаз, усиливают кровоток, улучшают работу кровеносных сосудов. И 4 режима у нас с вами. Снятие напряжения, защита зрения, молодое сияние, комплексное восстановление. Оно как сейчас вместе будем все с вами пробовать. Здесь еще есть голосовое сопровождение. При включении массажера голосовая подсказка укажет, какой режим включен. Давайте с вами попробуем включить. Relief mode. По-английски, я так понимаю. Ой, они так приятно вибрируют, девочки. И здесь расслабляющая музыка. Еще слышите? Они вибрируют попеременно, разные, видите, потихонечку. И вот такая приятная расслабляющая музыка. Следующий режим, вот уже более сильный. Тут уже их больше одновременно вибрирует, и вибрация такая посильней. Тут, мне кажется, вибрация поменьше, но их тоже много за раз вибрирует. 4-й режим. Да и такие прикольные!
Сейчас будем с вами все вместе пробовать. Смотрите, как дергается и вибрирует. Они очень мягенькие, приятные. Глазкам должно прям быть вообще здорово. Всего прочего, у нас здесь LED-индикация, и если низкий уровень заряда, она будет гореть красным. Если беленькая, прибор включен. Если голубенькая, Bluetooth включен. И так далее. В общем, это здорово. Управление одной кнопкой, ничего лишнего, все замечательно. Кстати, литиевая батарея с емкостью 700, ее хватает на 180 минут автономной работы. То есть заряжать мы с вами прибор будем редко. И автоматическое выключение через 10 минут. Если вдруг вы с этим прибором заснули, вас настолько расслабило, через 10 минут он выключится. Можно, кстати, подключать смартфон к массажеру и наслаждаться под свою любимую музыку. То есть не обязательно под эту, по Bluetooth мы с вами можем все это дело изменить. Здесь головок вот этих массажных 16, то это на 78% повышает эффективность использование. Устройство отлично справляется с усталостью, мигренью, кстати, да, мигрень, вот еще тоже, отечность глаз. Головки вращаются на 360 градусов, то есть это позволяет прорабатывать сразу несколько зон, имитируя массаж руками, благодаря чему улучшается кровообращение и повышается общий тонус организма. Уменьшаются круги под глазами и глубокая проработка более проблемных зон. Первый режим снятия напряжения на низкой интенсивности. Вот мы с вами его уже попробовали. Тут у нас легенький массаж для завершения тяжелого трудового дня. Ой, мелодия прекрасная вообще. Давайте пока с вами выключим прибор. Так. Ага, вот, все выключено. Второй режим защита зрения снимает мышечное напряжение глазниц. Это очень важно. Мы с вами так много времени проводим в гаджетах, что без этого никак. Молодое сияние, средне-высокая интенсивность приводит кожу вокруг глаз в тонус, делая ее более упругой. И комплексное восстановление, последний режим, он отвечает за височную область и помогает бороться с морщинами. Ну, вообще потрясающе. Головки, кстати, обладают универсальной конструкцией и продуманы системой совмещения вибраций и вращения. Тут своя технология уже у Dykeman запатентованная. И увеличивает эффективность работы устройства на 30% именно вот эта технология. Легко сконнектились по Bluetooth. Тут он автоматически уже включен. Просто вот на планшете нашла устройство по названию и подключилась. Смотрите, давайте попробуем поставить музычку. Так, сейчас громкость увеличим. О, да. Смотрите, любая музычка, какую хотите, можете установить. И она у нас с вами играет. Тихо, кстати, не громко, потому что там рядом с глазками ушки очень здорово. Вот, горит индикация синим. Мы подключены к планшету, устанавливаем любую музычку. Музыку для медитации там можно найти. И наслаждаться процессом. Давайте тестировать. Вот тут, кстати, слот для зарядки. Сейчас я все это отрегулирую себе по голове, одену и начнем. Вообще, на самом деле, очень удобно. То есть, я через эти окошки смотрю, плотно прилегают подушечки по всему периметру, прям плотно. Они не давят, то есть, вы сами регулируете ремешок, да, то есть, как вам комфортно. Можно ослабить немножко и так далее. Вот прям комфортненько, комфортно. Не знаю, видно вам сбоку, нет? Комфортно, все здорово. И то есть через эти окошки я все вижу. То есть можно заниматься любимыми делами. Потому что у нас получается с вами вот эти массажные головки, они вот тут вот по контуру. Самих глаз они не касаются. То есть мы сидим, мы в окошке видим все, занимаемся любимыми делами, там книжку читаем. Ну, можем закрыть глазки, расслабиться, полежать, как душе угодно. Давайте пробовать. Включаю. Так. Первый режим. А, как приятно, боже! Девочки! Как же это приятно! Это безумно приятно. Ой, особенно в верхней части, мне так нравится. В нижней у нас получается вот как раз область, куда мы с вами прикладываем патчи, вибрирует, музычка играет. И верхняя часть получается там, где бровки, вот эти пазухи, которые над носиком. Сейчас покажу вам, где массажные головки у нас. Массажные головки у нас вот так и вот так. Это безумно приятно. Сейчас второй режим включим. Так, прическа у меня уже тут огонь, пусть. Мне так хорошо сейчас, что мне все равно. Ой, как здорово, давайте другой режим. Потрясающе. Они вот так вот по периметру бегут, вот эти вибрации. Как здорово. То есть смотрите, как будто правда пальчиками. И так, как нужно. То есть как мы с вами глазки должны массировать вверху от внутреннего угла к нижнему, к наружнему. А внизу мы с вами массируем веки от наружнего края к внутреннему. Вот так вот вибрации в таком порядке и бегут. Очень круто. Так, следующий режим. А здесь все вот так потихоньку вибрирует. Я не знаю, вам, наверное, вибрацию не слышно? Вы, наверное, только прекрасную музычку слышите.
Но очень круто. Расслабляет моментально. Слушай, тут даже делами никакими не захочется заниматься. Просто глазки закроешь, ляжешь и будешь кайфовать. Четвертый режим. Ага, это самая интенсивная вибрация. Тоже она идет правильно, по кругу, вот так. Вот так. То есть нет вот таких движений вибрационных. Все идет вот так, как положено. И прям такая интенсивная вибрация. Сразу такое расслабление наступает. И очень круто, что есть воздействие вот на эти вот пазухи. И на височки заходит. То есть действительно, когда какие-то мигрени, возможно, даже какие-то проблемы, я вот уверена, есть, знаете, фронтиты, когда пазухи заложены, вот эти вот носик, да, тоже будет способствовать очищению этих пазух. Очень приятно, девчонки. Это безумно приятно вообще. Я прям кайфанула. Сейчас пойду еще минут 10 полежу. Прибор обалденный. Это, наверное, самая лучшая массажная покупка моя в жизни. Во-первых, это очень приятно, и действительно, у меня тут след остался, снимается напряжение. Классно. Прям вот классно. И за счет того, что все движения, они вот действительно грамотно сделаны, массажные правильно, то есть как и должно быть. Они вот эти вот мягенькие силиконовые головочки, они вот такие, знаете, как будто бархатистые. Такой безумно мягкий силикончик, как бархат, вот когда пальчиками касаешься. Прям круто, слушайте, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, смело могу рекомендовать. Ссылочку, конечно, оставлю для вас в описании. Это прям находка. Есть на Валберес, кстати, есть на Яндекс.Маркете. Обязательно посмотрите, когда по ссылке перейдете, там внизу все будет, вся информация. Смотрите, где есть хорошие скидочки. Аппарат вообще однозначно достойный внимания. Кучка Яндекс.Маркет, и здесь у меня, девчонки, вечный лед. Я не знаю, как его правильно называть. Это такие пластиковые штучки, дольки апельсинчика. Очень бюджетная цена. Как он правильно называется? Нет, здесь мои данные. А как он называется у нас здесь? Лед многоразовый. Вот, дольки апельсина. Здесь их целых 15 штук. Сейчас распакуем. Чем и для чего? Ну, во-первых, лето выдалось жаркое. Мы лед замораживали просто тоннами. Делать прохладительные напитки, протираться и так далее. Зачем эти штучки? Я не знаю. Нужны тут. Они у всех такие. Ой. Они у всех такие. Тут штучки вот эти, да. Вот, это обычные такие долечки. Внутри у них какая-то жидкость. Ну, вода, скорее всего, где-то половина дольки. Везде так интересно. Половина дольки, 15 штук, очень дешево. Вообще такой вот многоразовый лед, он стоит дороже. Здесь больше половины. Вот видите, но все сухо, как бы ничего не вытекает. Вот даже если надавить, ничего не вытекает. Все отлично. Замораживаем и кидаем в компотик, в мохито. Кто что летом делает, в чай, в кофе я иногда кидаю, когда жарко с утра. А без кофе никак. Добавляю и молочка холодного, еще лед туда кину. Напиток охлаждается быстрее. Вообще все, что угодно остудить. И там, не дай бог, если какой-то ушиб, еще что-то, тоже приложить вот такие штучки, чтобы всегда в морозилке были, очень здорово. Даже как патчи с утра использовать, взял холодненькую такую дольку, кстати, под глазки удобно прикладывать, прям вот как раз размер патчи, приложил лед под глазки, там отеки согнать, все отлично, все замечательно, синяки какие-то, ушибы летом у детей, к сожалению, часто они случаются, вот, поэтому такую штуку решил себе приобрести, нужная вещь, пусть будет. И на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.